Доброго времени суток, друзья. Я сегодня вышел ночью, так сказать, погулять с металлодетектором в Жмуре. Но вот увидел такую интересную картину. Проходил мимо двух ресторанов, и они полностью пустые. То есть вон сидят 2-3 официанта и ожидают клиентов, но скучают, ничего нету. Но зато на набережной люди в августе месяце, ну как, спокойненько берут свои столы и потихонечку ведут беседу, накрывают себе красиво столы с едой, все привозят с собой, и так непринужденно ведут беседу. Вот это мне понравился, вот этот момент мне, конечно, очень понравился, и я решил его вам показать, как вот это все бывает. Ну, а так привозят свое вино, пиво, что-то готовят, и вот, пожалуйста, на берегу моря это все происходит. Так что мирно, дружно, никто никому не мешает. Ну да ладно. Вот это я снял. Покажу я вам свой металлоискатель. Это мой дружок. С пинпойтером. Вот ночное море, конечно, уже тут незаметно. Но видите, как у меня уберет мой аппарат. Ну ладно, всего хорошего вам. Что по дороге еще увижу интересного, естественно, вам покажу. Вот еще хочу показать. Прям с самого берега. Просто интересно вышло. Как люди сидят. И ужинают. И все это вот берег. Так что вот такие вот дела. Ну а теперь все. Я так сказать снял дополнительно. Thank you.